добренько. Всем добренько. Не знаю, Алекс, что магия. Может, тебе просто нравятся какие-нибудь платформеры. Сейчас как бы это-то... Вот, сейчас смысл в чем? Сейчас же игры такие не делают, как Nintendo. Некоторым нравятся такие игры. Ну, такие детские, любопытные какие-то специфические игры. На каждого свой любитель. Ну вот Mario Odyssey хорошая игра. Алижа, я вижу, ты недолго без меня тосковал. Че там за Алина у тебя? Я этой швабре все искусственные волосы повыдергиваю. Ты мой и только мой. Я ушла от заправщика. Понял? Очень интересно. Расскажу, блин. Мужики были на работе. Говорят, вышел какой-нибудь новый фильм. Проходит две недели или неделя. Его только в кинотеатрах показали. Да я вот посмотрел вот этот, фильм. Я уже глянул, хуйня. Или там посмотрел, ничего, фильм. Я говорю, дядя, а ты где его посмотрел-то? Он только в кинотеатрах вышел. Там, блядь, нормальное качество, только через два месяца появится. Да, блядь, я вон на сайте зашел, посмотрел, там нормальное качество. Я говорю, дядя, блядь, успокойся, какое нахуй качество, блядь? Ты о чем говоришь, блядь, фильму неделю? О каком качестве ты говоришь? На каком нахуй сайте ты его посмотрел, блядь? Говорю, о каком сайте, нормальном сайте? Я вот набрал там в поиске Вики, вот это, там сайт такой хороший, я вот там посмотрю, там нормальное качество, там, там показывает нормально. У меня на мониторе, на компьютере, у меня монитор не монитор вот такой огромный, 4К. Я там посмотрел, там хорошее качество. Я все. Там и звук хороший, такой четкий, все слышно, все диалоги, все слышно, хорошая озвучка такая, все слышно, и картинка яркая такая, насыщенная, мне понравилось. Я говорю, дядя, успокойся, хватит этой ахинеи нести, блядь, какое качество, о чем ты можешь говорить, блядь? Ты, блядь, какой-то камрип или хуй пойми, что посмотрел, ты о каком ты качестве можешь говорить, когда фильму неделя, блядь? И ты понимаешь, этому человеку не объяснишь же нахрен. Это ужас, блядь. И вот таких ситуаций у меня было дохренище просто. Просто дохренище. Люди смотрят, блядь, экранку. Ну, либо там вот эту, знаете, есть разные стадии экранки. Есть совсем говно, когда в кинотеатре там с камеры снимают. Там пиздец, конечно. Там уже даже эти люди понимают разницу. Быта там, самобытности города, ну, все знают, что там вот будки стоят эти телефонные, вот они уж как такой характерная черта города, и поэтому вот NVIDIA она переделала эту будку, чтобы можно было в нее поиграть. GeForce Now — это облачный сервис, причем сейчас есть новости, что можно заказать премиум аккаунт, где у тебя будет использоваться видеокарта 3090, по-моему. Вот, типа максимальная графика. Но опять же, это как бы сервис потоковой передачи информации. Там качество картинки не будет такое же, как если ты играешь вживую. Но, видите, тоже уже сервисы вот эти развивают. Но развивают на самом деле давно. Блин, забавно, что они везде втыкают этот RGB-подсветка, RGB, LGBT, блин, подсветка. Нахрен она сдалась, эта подсветка ваша? Вот нахерачили там этих ленточек, прям красота так красота, елки-моталки. Заходишь в будку, стоишь там, что-то играешь. Забавно, конечно, ну. Хрена себе, тут еще типа очередь выстоялась. Вот, смотрите, какая-то баба стоит и играет. Очень ей нужно, этой бабе, выиграть в какой-то телефонной будке. Прям заняться нечем. Так. Блин, не буду шутить слишком пошло. А то хотел лучше сказать, лучше на чем-нибудь другом поиграла, но не буду говорить. Так. Здесь вот, например, какое-то типа псевдо 3D, я так понимаю, потому что... Да, недолго музыка играла, недолго пел Кардино, как нас грохнули. Ну ладно, у нас три континью, нам похуй.
попробуем не сдохнуть. Так, все, давай, поехали. Ракет у нас полно. Тариф интернета. Тариф у меня сколько? Ну, обычно там рублей 500 он там стоит. 200 мегабит. Так. Ну, я точно не помню, тут уже он был подключен, когда я заезжал. Это интернет. Так. Ну, чё он так поворачивается хреново, этот автомобильчик ваш? Замечательно. Так, это прыжок. Нижние шифты не работают, потому что их на приставке нет. Ну, вообще назад, например, не могу поехать. Блять, и честно, очень странное управление. Вообще выглядит на самом деле как и что? Что это произошло? Конец или что это такое вообще? Ни хрена непонятно, ну да ладно. Дует звук. Привет, дует звук. Привет, братан. Во-первых, выглядит игра, как будто это не 3D, а какое-то псевдо-3D, что ли. Очень, очень странная игра. А как ракеты-то пустить нахрен? Так, ну допустим, мы этого завалили. Какие-то башни дурацкие, стреляющие. Блин, как она вообще едет в бок, я не понимаю этого нахрен. Я поворачиваю в бок, она едет куда-то по диагонали, блядь, хотя я вообще хочу просто развернуться, блядь. А как мне просто развернуться и поехать назад, черт возьми? Это возможно сделать в вашей игре или это технически невозможно? Вот, допустим, я хочу объехать башню, мать твою, а я не хочу в нее врезаться. Машина едет, блядь, по какой-то параболе, блядь, непонятной, понятной только для нее, нахрен. Во-первых, непонятно, куда, сука, ехать, блядь. Ёперный нахрен театр в вашем царстве-государстве, черт ногу сломит. Да едь ты, ёб твою мать, прямо, ты ни назад, ни вперед. Какого, куда ты в камень-то, блядь, врезалась, сука-то, ебаланская машина? А это что такое мы собираем? Жизни? Там буква А что-то красная у меня. Непонятная нахрен. Тирантик, блядь! Извини, блин, надо потише. Соседи, блядь. Сука, мрази тупые. Не знаю, это какое-то мракобесие. Честное слово. Честное слово. Вот честное слово. Мое мнение, 3DO это вообще... Это просто... Я не знаю. Приставкой мне это, консоль сложно назвать, если честно. Потому что вот... Лучше бы на этой консоли вообще 3D игры никогда в жизни бы не выпускали, честное слово. Мне кажется, эта консоль в 3D не умеет совсем. Потому что, боже мой, не знаю, как только я играю в игры от 3DO, мне хочется плакать от грусти, блядь, что это. Я не знаю, как это описать вообще. Это... Машина не едет ни прямо только. В бок она повернуть не может. Назад она поехать не может. Она не может... Я не могу вообще объехать. Вот я хочу нормально объехать. Она едет куда-то по диагонали. Камера вообще ведет себя странно. Она периодически едет в какие-то текстуры. Сейчас она перевернулась нахрен. О бог ты мой. Это... Я не знаю. Это реально страшно. Че, кактусы меня взрывают? Меня кто-то там стреляет со всех сторон. Каким нахрен образом навестись на них? Просто непонятно. Есть какая-то кнопка U, я нажимаю, как эта зеленая штучка вылазит оттуда. Какие-то дурацкие башни из земли вылазящие. Ёперный театр. Я просто еду нахрен куда-то вперед, блядь. Я периодически куда-то стреляю, какие-то машинки вылазят, блядь, взрывающиеся передо мной нахрен. Из 10 пикселей состоящие.
Перникиатор, а. Выучить тарабарский язык. Я никакой язык, кроме русского, не собираюсь учить. Нет, не надо. Мне после работы только хочется лежать и отдыхать. Больше ничего делать не хочется. Привет. Это Алина из Никополя. Помнишь меня? Ага. Молодец, что стал жить один. Почему на стримы перестал приглашать? Я ушла от мужа, кстати. Угу. Очень интересно. Спасибо за донат. Мне кажется, это шуточный донат, потому что настоящая Алина, она бы такого не написала. Что в последней части Майкла пули не берут, бредка? Да там полный бред, там весь фильм бред. Там знаете, как, насколько бредово вот это все? Почему я называю этот фильм говном? Потому что он, ну там такой дебилизм, там... Вот этот Майкл, он, блядь, вот так ходит, вот так. Вот так, еле-еле, блядь. Как, блядь, истукан, нахуй. Все стоят, блядь, нихуя не делают, блядь. Вышел, блядь, там команда пожарных, здоровые, крепкие, блядь, бодрые молодцы, сука. Он их, блядь, всех-то берет, блядь, одного с циркуляркой убил, второго, блядь, третье. Это такой идиотизм. Эти стоят, блядь, возьми, сука, в башку ему из дробовика стрельнет, дура, сука. Не, нахуй, блядь, мы что-то, полицейский, блядь, когда его что-то задерживал, блядь, стреляет, сука, в упор не попадает, блядь. Этот ходит как, олух, блядь, вот так вот медленно, как будто, блядь, терминатор Т-800, блядь, идет. В него нихуя никто попасть не может, если попадает ему похуй, блядь. Это такой, блядь, дебилизм, ёб твою мать, я думаю, что это вообще происходит, нахуй, в этом фильме. Зачем скрываешь, ты устанешь не от работы, а от наших с тобой утех? О, боже, какой ужас. Вот, и реально, это какой-то бред, блядь, они ничего не могут с ним сделать. Да возьмите вы, сука, в жопу ему гранату, блядь, засуньте РГД-5, или как они там называются, и все. Нет гранаты, дробовик, блядь, нахуй, в лицо, и все, и стрельните, все что угодно. Там куча моментов было, когда они его что-то там положили, или он упал. То есть видно, что это как бы типа не какое-то суперсущество, как Т-800, которого вообще пули не берут. То есть там ему можно руку отстрелить пальцем, ему можно там то сделать, его в психушке там держали сколько-то времени, блядь. То есть, значит, стало быть, блядь, с ним можно реально сделать все что угодно. То есть, но нет, мы это делать ничего не будем. Что-то там побили чуть-чуть его. Блять, возьмите, сука, блять, я не знаю, в упор из дробовика в башку выстрелить и все, блять, или отрежьте его нахуй. Я не знаю, ну это дебилизм, блять. Он там ходит, как, блять, я не знаю, чуть быстрее, чем зомби, нахуй. И они сделать ничего не могут. Я такой тупизны, да, блять, даже этот сраный... Трэшовый фильм ужасов «Поворот не туда», все части и то более разумные, и то более, блядь, адекватны, чем эти. Это вообще бред. Американцы такую хуйню порой снимают. Вот, я не знаю, я вот зачастую замечаю, что в Америке вот есть культ дебильного кино. Вот снимут какую-то парашу откровенную и дрочат на эту парашу. Для меня это вообще идиотия полная. Я хотел плазму, я ее взял. Ну ладно. Excuse me, sir. Эй, бо дедунь.